Всем привет! И сегодня у нас распаковка по ссылке с сайта aliexpress.com. Вы видите то, что она помятая, но, надеюсь, ничего страшного и ничего внутри не повредилось. Сейчас посмотрим. Ага, здесь термос. Военный. Что ж, смотрим на вот этот его термос. Вот такой вот. Такой вот. Снаряд. Так сказать. Откручивается боевая головка. И вот здесь вот такой вот open. Наливаем. Кто-то. Нет, он не помятый, но немножко поцарапан. Поцарапан. Крутые подвесы, что там снаряды. Сейчас посмотрим. Здесь внутри. Сейчас посмотрим. Вот они, ты открытый. Открытый само клапан. Вот. Ну, внутри здесь вот для, это. Для вот. Влаги. Для влаги забирал, чтобы переживел. Не надо. Так, вот такой вот термос долгожданный. Очень долго ждали. Таким вот рисунком. Таким вот клапаном. Так. Тут у нас open. А, вот это же, да? Так вот открывается. Здесь вот отходит. Ну, как стандартный. То есть можно здесь разобрать. Почистить, если влага там. Трошки загрязнело. Очень удобненько. В описании написано, что держит долго. Так или нет, проверим. Так, вот эта крышечка у нас пластмассовая. Я думаю, будет не крутиться. Так вот закручивается. И вот такой вот общий вид. На пол-литра такой вот прикольный термос. Термос поля. Вот он секретный. Ну что ж, ну такой вот, такая вот сегодня была посылка. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы заканчиваем.